Коллеги, наш пресс-центр продолжает свою работу. Череда интервью с интересными спикерами. Здравствуйте, представьтесь, какую компанию представляете? Здравствуйте, меня зовут Ольга, я представляю компанию Русфуд, бренд Тасмания. Мы производим банановые чипсы в Таиланде. Расскажите, пожалуйста, вижу очень яркие упаковки, бросающиеся в глаза. Давайте чуть подробнее. У нас есть на данный момент три вкуса чипсов. Это поп, классик и слайс. Они изготавливаются из разных сортов бананов. Один из них называется «Ноготь танцовщицы», другой «Гросс-Мишель». Они очень сладкие, и чипсы получаются хрустящими и очень вкусными. Не все русские люди знают, что бананы бывают разных видов, потому что мы порой видим, наверное, какой-то один вид и думаем, что они других не бывают. Расскажите, они отличаются, наверное, по размеру, по вкусу, по калорийности, по сладкости? Так, эти бананы очень сладкие, так как мы собираем их спелыми, а не зелеными, как обычно это бывает. Изготавливаем сразу из спелых бананов. Они очень сладкие сами по себе. Цвет у них очень желтый, яркий, красивый. После у нас технология обжарки особенная, вакуумная обработка. И благодаря применению этой технологии сохраняется вкус, цвет и полезные вещества. И они очень сладкие, чипсы получаются сами. Все знают, что банан для спортсмена – это лучший друг, что если вдруг нет вариантов правильно покушать, банан всегда спасет. Скажите, этот снэк замечательный тоже может помочь в перекусе? Да, это очень здорово утоляет голод. Содержится 579 калорий. Некоторые говорят, что это много, но на самом деле очень отлично утоляет голод на 3 часа. Если съесть пачку, то 3 часа вообще забудете о голоде. Замечательно. Я знаю, что у вас есть стенд, на который могут прийти люди на наши выставки и попробовать вашу продукцию. Да, у нас стенд 10-17. Будем рады всех видеть. Угостим чипсами. Спасибо большое. Пожелаем вам удачи на нашей выставке и много новых бизнес-знакомств. Спасибо огромное. Была рада пообщаться с вами.